Глава Ленинского муниципального района Олег Хромов встретился с блогерами. Встреча прошла под девизом «Этика общения в социальных сетях». Общение власти и представителей блогосферы состоялось по инициативе главы муниципалитета совместно с Московским областным и местным отделением партии «Единая Россия». Как отметил Олег Владимирович, встреча в таком формате проводится впервые, и это очень хороший старт для дальнейшей совместной работы. 3 декабря, в Международный день инвалидов, первый заместитель главы администрации района Елена Добрина, курирующая социальные вопросы, посетила Центр социального обслуживания населения «Вера» в городе Видное. Елена Константиновна ознакомилась с порядком работы центра, осмотрела помещение, в том числе отделение реабилитации, столовую, пообщалась с посетителями, которые отметили положительные изменения в работе учреждения, внимательное и доброе отношение со стороны его сотрудников. Декабря проведена тренировка по действиям при обнаружении подозрительного предмета в салоне троллейбуса. В ходе тренировки проведена эвакуация персонала, отработаны вопросы взаимодействия и практические действия сотрудников правоохранительных органов МЧС, Видновской станции скорой медицинской помощи. Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек и целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.